понять, так он быть не может. По земле он плыть не будет. Ну, то есть в подвал вообще спуститься невозможно. Не убирай свет. Это вот они так решетки ставят, забивая в стены фундамента, который годами стоит сырой. Вот вопрос как непрофессионала. А это ли нормально вообще? Хуже же не будет, а то, может быть, вообще рухнет дом. Еще стоило только ему побить кувалдами, гвозди повтыкать. Осталось побить рекорд 2012 года. Воды в подвале. Это чтобы вот дошло до той черты, которая стоит вон там. Вот эта вот черта. В принципе, не чуть-чуть, и будет 1,5 метра воды, да, в подвале. То есть сейчас сколько получается? Примерно 1 метр воды в подвале? Чуть меньше метра, да, получается, где-то, наверное, да? Отключить, не отключить, противоположность. Сними дом просто. Выключаю, да?